Почему не следят за порядком на пешеходном переходе по улице Черноморская, жалуется Наталья Ларина. На дороге грязь и мусор. Один баннер покоробился, другой скоро упадет. А ведь пешеходный переход сделали лишь год назад, возмущается женщина. По словам Натальи, уборку проводят там только после многочисленных звонков в администрацию города. Как сообщил начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Стерлитамака, пока зона пешеходного перехода по улице Черноморской не закреплена ни за какой службой. Однако в Комитете по управлению собственностью уже готовится постановление на передачу этого объекта в оперативное управление РСУДОР. Наталья Ларина – очередной претендент на гонорар от стерлитамакского телевидения. Если вы хотите получить денежный приз, присылайте видео, фото, а также сообщайте информационные поводы на электронный адрес stv-info@bk.ru. Победители рубрики «Нам прислали» получат вознаграждение от 500 до 1500 рублей в зависимости от номинации.